Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня украшаем торт девушки на 18-летие. Украшать будем растительными сливками шантипак. Часть крема окрашиваем в бирюзовый цвет. Покрываем и выравниваем. Сам торт шоколадный, бисквитный. В прослойке крем заварной масляный шоколадный. Диаметр его 24 сантиметра. Друзья, хотела бы порекомендовать вам кулинарный канал «Асмира готовит». Первые, вторые блюда, выпечка, быстрые рецепты без заморочек. Все это вы найдете на канале у Асмиры. Заходите и подписывайтесь. Ссылку оставлю в описании. На торт нанесем основание из крема по форме цветка. Насадкой большая изогнутая роза номер 874. Отсаживаем лепестки. Часть крема окрасим в бежевый цвет. Мастихином и кисточкой слегка окрасим лепестки. Тычинки сделаем этим же цветом. Сердцевина будет зеленого цвета. Этой же насадкой сделаем более простые цветы и отсадим их в виде веточки. Насадкой роза сделаем бежевые цветочки. Сердцевину сделаем зеленой.
мешком с тонким отверстием зеленым кремом отсадим стебли букета и лаванду. Также сделаем тычинки. Насадкой листик зеленым кремом отсадим листья. Насадкой трубочкой внизу торта отсадим бусинки. Торт получился 3 килограмма. Растительных сливок использовала примерно 500 миллилитров. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!